In Russia, the Siberian town of Usyrisk is known for being the home of two fearsome beasts. One is the Usyrisk tiger. The other is a filmmaker named Vitaly Dymochka. Vitaly Dymochka, человек, который прошел бандитские разборки, тюрьмы и лагеря. То, о чем он снял фильм, он знает не понаслышке. Виталий, вы действительно снимали правду, только правду и ничего, кроме правды? Конечно. Библия где? Я могу сказать, я честно посмотрел картину, и не обидится на меня человек, если я ему скажу, вот здесь на самом деле это неправда. Для начала хочу сказать, что это вы мне рассказываете о правде или неправде, там, то, что вы увидели. Вы не знаете, как делать это я вам могу прямо сказать. Вот если кто-то из присутствующих видит что-то плохое в том, в моем стремлении стать нормальным человеком и честно зарабатывать на свою жизнь, скажите это мне, я уйду обратно на свою дорогу. Но при этом нет никаких гарантий, что никто из вас мне на этой дороге не попадется. Для участия в съемках художественного фильма приглашаются молодые люди в возрасте от 17 до 35 лет для участия в массовке и эпизодных ролях. Оплата по московским расценкам. А кастинг, набор проходит в Дара ежедневно, кроме воскресенья, с 17 до 19. I track Vitaly back home to Usyrisk, 6,000 miles east of Moscow. I'd come a long way to find out why a mob boss would want to become a movie director. When I got there, he was embarking on his second film, once again based on his life in crime. Тебе сейчас две недели усиленно попитаться? Ну, маловато, блин. Все, Лариса, седьмой, обведи кружочком. Vitaly was looking for boys to play members of his first criminal gang back in the 80s. Сегодня ему кружок 47 год. Не, ну это-то да, но видишь, лицо сильно молодое. Нам было по 18 лет, 17-18 лет. У него лицо сильно молодое. Подрастешь, возьму. Pretty soon I realized that Vitaly's production team was mostly made up of mates from his old profession, like Sergei, a former mercenary and powerlifting champion. Not all of Vitaly's friends were as happy to appear on camera. Сними кепку. Остригем. Сними голову. Вы знаете, он чем-то на вас похож. Похож, похож. Правда похож на вас? У него рот вот так немножко. А снимаешь? Дайте немножко ближе, пожалуйста. По-моему, похож. Посмотри. Да? Нравится? Нос большой. У тебя нос худее. А вон того. Вот это больше большой. Степный стоит. Ну, блядь. Похож, лучше. Чупчик, сбрить тебе только. То есть вы изображаете нас, какими мы были молодыми. Молодые, дерзкие и все такое. Ну, естественно, что как только мне исполнилось 18 лет, естественно, что нас посадили. Поэтому ну, вас не посадят, но предвариловку этого произведут. То есть возьмут, немножко заломают, немножко. Больно не будет, я надеюсь. С самого детства я стал старшим, даже тогда, когда пацаны были со мной, которые взрослее меня. Приказ на линейке в 88 году зачитывали так. Демочка и Гладышев, ну, со мной еще был человек, за издевательство над учащимися отчислитесь по 16. Мы их избивали, и они покидали это училище, и поэтому меня выгнали, чтобы в училище кто-то остался. Vitaly found fame thanks to his 7-part TV series Spets, an ode to himself and his bandit past. It told the story of how Vitaly turned his back on crime, but not before he had funded his production with its proceeds. Spets offered the spectacle of real-life Usyrisk bandits playing themselves.
One day, police even raided the set and arrested some of the actors. As Vitaly liked to say, it's all real. His second film was taking him back to his roots. When I first met Vitaly, he and his friends intimidated the hell out of me and everyone else. But there was an exception. Обними да поцелуй бабушку. Вот видишь, какой стал. Бабушка. Какой красавец стал, да? Куда? Может быть, наоборот. Взносы какие-нибудь. Ой. Это учительница. Что? Это учительница моя. Какого первая. Класса? Ну, с четвертого по восьмой. По математике. Способный. Он был спокойный, своенравный. Добиваться своего хотел всегда. Ой, ну что за школа? Это прекрасные годы моей жизни, наверное, даже лучшие, не считая последних двух лет. И когда я был в школе и всегда хотел стать взрослым, я рассказывал им об этом родителям. Мне родители говорили, когда ты станешь взрослым, ты будешь с тоской вспоминать школу и говорить, как я хочу в школу, да? Я, наверное, сейчас тоже хочу в школу, особенно сейчас, когда я стою здесь, возле школы. Ладно, Виталий, а дальше? Дальше тюрьма, зона, бандитизм и все такое. Страшно уже. Угу. Я не хочу спрашивать про страшное. Когда началась перестройка в последние годы, дети пошли на эту стезю. Не успеют школу закончить. Почему? Погибают. Почему? Я хочу сказать, почему. Люди не куклы. И их не возьмешь вот так с одного места, не пересадишь. Людей надо постепенно готовить было к этой перестройке. Постепенно. А тут такой резкий поворот. Народ к этому не готов. Дети тем более не готовы. Соблазнов куча. Каких? Денег нет. Барахла, сладости для детей. Денег нет. И свобода. Какую хочешь, себе дорожку такую и выбирай. Похож просто. Антон, дай его чуть-чуть отобрать. А можно с вами сфотаться? Вот попали в перемену. Блин. Это который спец снимался. Гибель, просто гибель детей. Жалко. Ценности другие, наверное, поэтому. Какие? Ценности. Как, что вы увидели? Больше денег. Хватать, хапать любым путем, лишь бы они были. Я не за эту перестройку, я против нее. Она у меня отняла мужа, отняла сына, эта перестройка. Сын не смог у меня выйти на правильную стезю. Погиб. Страшно. А муж вынужден был оставить работу тоже. И быстренько умер. Болячки замучили. Но я считаю, что если было все по-прежнему, у меня и сын, и мой были бы живы. Потом, значит, вот здесь... Ну, здесь крупняки для тебя не будут проблемой, да, наверное? Вот здесь будут два столба еще наварены. И там между ними будет такой полукруглая такая... Вывеска, да, уссурийский центральный рынок. Отъезд, у тебя на заднем... As I trailed around with Vitaly, scouting locations with his cameraman, he seemed so normal to me. Just another film director. То есть вот здесь вот до суда, вот где-то вот так вот будет захват. But then I remembered who he was. То есть это показано начало... Начало вообще кооперативного движения, из чего начался рэкет. Вот, с вот этих вареных джинсов, с вот этих, со сладкого этого риса он начался. И с чего началась вся моя история, за что я сел в первый раз. Вот за такой вот точно рынок. Что стали люди делать? Люди стали заниматься бизнесом. А раз люди стали заниматься бизнесом, значит,
появились люди, которые хотели жить за счет этого бизнеса, то есть мой. И что вы делали с этими кооператорами? Что делали мальчишки? Душили. Лена, ну... Они должны были платить что, дань или что? Мы их всячески запугивали всякими способами. Иногда приходилось и побить. Ну и чтобы они... Ну, чтобы они платили. After a couple of weeks with Vitaly, I noticed that one of the guys hanging around him was especially eager to please. It turned out there was a good reason. Я не говорил, что я вам сразу сказал, что я его не боюсь. Почему я его должен бояться? Vitaly told me that when he met you, you were a businessman and he was your protection. Is that true? Дай мне рассказать историю. А вы знаете, как я знаю, откуда я знаю? Он был бизнесмен. Вы знаете, ну, что касается его фразы, я так думаю, что он просто пошутил. Он бывает иногда очень шутит, и поэтому это не более чем шутка. Ну, пошутил человек, ну, шутка, я знаю просто, что это шутка. Я не увидел, никого не боюсь, я вам рассказываю то, что на самом деле есть. То есть... На самом деле это действительно шутка. Дима Полигон – это один из моих бывших подопечных предпринимателей. Один из тех людей, один из тех предпринимателей, кого мы рекетировали вместе с Толиком Толстым и с другими ребятами. А почему вы помирились? Все-таки ты его враг, по идее. Они вообще-то считают нас друзьями. Воздуби врага. Предприниматели? Да, вообще-то они считают нас друзьями. Объясни это. Поскольку мы, по крайней мере, в глаза они все смотрят преданно и улыбаются при встрече. Нормальная семья. Вы же красивые и нормальные. Какой-то у него странный путь. Так свою юность искать. По мне, так искалечить молодость, да? Кто ее знает. Ну вот он не хотел жить так, как я. Он мне сразу сказал, так как ты, пахать я не собираюсь. Что работать и получать там какие-то копейки и считать зарплату от получки до получки, я так жить, говорит, не хочу. Папа, у тебя золотые руки, почему ты не можешь там уже в те годы для себя работать, на себя? Он как-то предвидел это, потому что уже потом у нас пошли кооперативы, чтобы уж было на себя работать. То, что заработал и получил. Да, что-то он как-то вперед смотрел. Почему он ушел с этой сатризы? Вот то, что работать нужно было на бригаду. Мам, почему, говорит, я работаю, а бригада там полсмен, допустим, перекур устраивает, а зарплата напополам. Люблю я этот город. Только сдается мне, что выжить нас отсюда хотят. Он меня уважает, все, ну, так сказать. Да. Но он говорит, ты живешь в прошлом веке. Твоя честность, говорит, никому не нужна. Оно и правильно. Никому не надо. Это, оно очень мешает мне жить. Но я просто не могу иначе. The next day, Vitaly took his young cast to a rehearsal room he had blagged from the local Red Army Theater, whose star thespian had been one of the few professionals in Spetz. Здравствуйте, мы с вами находимся в одном из старейших зданий на Дальнем Востоке, гарнизонном доме офицеров российской армии. Прочь! Прочь! Прочь отсюда! Поразит самое сердце порождение этой ехидной! Кто растерзает его, тот не будет богом, чертом, дьяволом! Все натуральное, он сказал, я говорю, от кровь, там, все, он говорит, никакого кетчупа. Все, это он брал шприц в вену, набирал кровь свою, это все... платки, все это натуральная кровь. Если били, значит, это все до крови, все это натуральное. То есть он сказал, у меня никаких
подстав и никаких... Если это авария, это натуральная, с первого дубля. Если это стрельба, это натуральная. Не отворачивайся от меня. Станок поставьте, когда следует подъехать, пока так. Стоп. Все, начал тупить. Так, сейчас смотри, ты просто заигрываешься. Ну, уже слова одни и те же повторяешь, по несколько раз, уже начинаешь тупить, да? Давай тогда не будем их заигрывать. Пошли. What was striking about Vitaly's work was that he wasn't ashamed of anything he had done in the past. In Spets, he portrayed himself bullying, beating, robbing, even cheating on his wife. But there was one scene that stuck in my mind. I wanted to know if it really happened. Говори, что ты молчишь? Привет всем. А ты кто такой? Откуда ты взялся? Понаблатыкался там, что ли, в Челябинске? Приехал порядки тут уральские устраивать? Я сейчас быстро обломаю. Я тебя научу, как... Да, там рассказывать особо нечего. Это все отражено в протоколах судебных и в протоколах уголовного дела, которое было заведено на меня за это преступление. Я зашел на автомобильную стоянку, где находились все эти люди. И ни о чем не говоря, когда увидел того человека, который меня оскорбил, я несколько раз выстрелил в него, случайно задел при этом другого. И все, и когда уходил со стоянки, напомнил им, чтобы они не забыли похоронить этого человека. Виталя, Виталя, вон жена твоя стоит. Ну, оттуда вернулся он уже другим человеком, конечно. Вот, не знаю, авторитетом пришел. Он же такой сразу... в преступном мире авторитет. Понимаю, как вы это поняли, что он другой? Да видно сразу. Сразу видно. Окружение, друзья такие пошли, что... И все вокруг него. Виталя, Виталя. Видно было. Все вокруг него вертелось, так сказать. Он сгруппировал всех, это самое. Вот. И другая жизнь пошла. Деньги, машины. Вот. И... Как-то... Ну, конечно, нам это... Вы думаете, нам это было смотреть приятно на это все? Деньги деньгами, но каким путем добываются? Поворачивай перед ним, вот он. Я могу, тебе что, по рогам врезать? Да я тебе сейчас! Ребят, ребят, все нормально, ребят. Мы заплатим, ребят. Мы заплатим, за все заплатим. Честно, деньги есть, ребята. Конечно, заплатите. Вот у меня штука есть, ребята, вот. Это все? Все, поняли, ребята. Сколько надо, мы привезем. Еще двушку привезете. Заберете машину. Документы у ментов побудут. По зеркалам смотреть надо. Я только в фильме увидела, что сын может быть жестоким. Вот по одному, по одной сцене. А там что-то там избивал он. Вытащил шофера из машины и давай его бить. Да, это была жестокая, конечно, сцена. Для меня это было дико, что сын распускает кулаки. И еще не по себе, конечно, потому что я с такой стороны его не знаю. Никогда в жизни он этого не делал. Я не видела. А здесь, когда наяву,
хотя потом и успокаивает маму, это было по сценарию так задумано. А его лицо увидеть, и глаза жестокие, и сцепленные зубы, знаешь, губы как-то вот, и кулаки вот эти вот, нет, это что-то было непонятное. Vitaly was a control freak, like most directors. Even so, his methods were a little unusual. His new young star Oleg, a history student, had begun to wonder what he got himself into. То сейчас смотри, мы что делаем. Вот парней этих видишь троих? Вот. У тебя слишком вот, слишком мягкий характер. Ты глазами и голосом не можешь изобразить меня в молодости. Я был не таким. То есть тебе нужно придать твоему голосу уверенность. Уверенность в своей силе, уверенность в своем, в своей правоте. Но вот сейчас эти молодые люди сидят, распивают спиртные напитки в общественном месте. Что у нас, в принципе, и по закону запрещено, ну и не приветствуется вообще. Сейчас подходишь к этим парням и с полной уверенностью в своем голосе, и в своей правоте, и в своей силе. Объясняешь им, что, парни, вы здесь сидите и распиваете спиртные напитки. Ну и в том, в общем, сворачивай здесь и уебывайся отсюда. Ну, мады нам с ними прям так и общаться, да, как надо. Нет, постарайся без матов. Давай. Че молчишь? Нельзя так нельзя. Ну сворачивайтесь тогда. Сейчас. Как сейчас? Давай. Быстро взяли пиво в руки и пошли. Допивай, и ты допивай, и все, и бегите. Рыбу тоже забирайте. Все, идите. Пейте там в другом месте. Did you enjoy that? Тебе понравилось вот эта сцена? Да, все работает. Понравилось. When you started, when you were Oleg's age, and you started a criminal life, did you ever think that it would go as far as it did, that you'd end up even killing people? Когда вы вот были этого возраста, как Олег сейчас, да, ну или по фильме, да, когда вам было 18, да? Нет, в таком раннем возрасте я, конечно, об этом не задумывался, но готовность к этому внутренняя у меня была. Я уже был готов стоять за себя и за свое до последнего, и поэтому внутренне был готов уже ко всему, даже к тюрьме. Do you think everyone has it in them to kill somebody? I mean, Oleg too? Anybody? Способность убить другого человека. Олег, Пол. Нет, далеко не каждый. Многие из тех, с кем я встречался в лагерях, очень тяжело переживали это. Они делали это практически случайно, по пьяни, ну, под сильным воздействием алкоголя, и очень тяжело переживали это. Ходили в церковь, молились. В лагере тоже есть церковь. Они ходили туда, молились постоянно, замаливали свои грехи и прочее. И если бы они, многие из них говорили, что если бы они были трезвые, они бы никогда на такое не пошли. Я тебя научу как. What was in your character or your past that made it possible? Не знаю, наверное, такими, наверное, рождаются, потому что у меня это было с самого детства. Поэтому я не знаю, что у меня было в прошлом или в прошлой жизни. Но это у меня было с самого детства. Как вот начал, как уже
смог махать кулаками, так сразу и начал пускать их в ход. Не, ну реально, когда держите все где-то площадку. Скорее, это police car. Реально. Солдат. I began to believe that Vitaly was the king of Usyrisk, that he and his friends could still do whatever they wanted in town. Then he got arrested. Ты расскажи нам в двух словах, что происходит. Происходит несанкционированное задержание автомобиля Виталия. А почему его остановили? Ну, предвзятое отношение к Виталию в милиции. Он стал говорить, что мне уже порядком надоело, они меня постоянно останавливают, постоянно срывают мне съемки. Это вообще беспредел, полный беспредел. Прямо с Москвы придет приказ проверить вас досконально. После того, как проверка ничего не даст, доказательства нету, что я вам давал взятки, вас просто уволят. Согласны? Не верите? Вот мне вот интересно, неужели... Вон автобус или компания. Верите, нет? Верите, нет? Что как только это будет в новостях... Все. В принципе, да, Виталий! How are you driving? They took away your license! Вы можете вести машину, когда вы только права отобрали. Я всю жизнь ездил, так и сейчас буду ездить. Просто сейчас буду платить им немножко больше. Later that day, Vitaly gathered his cast for a final rehearsal. Кого попало, не хватали, вот берете именно их. Четверых. Нет, их там много, 10 человек. Слишком нецензурно. Ну, козел нельзя. Нет, козел можно. Это они будут убегать там сквозь людей, там распихивать, ну, их там будут еще задерживать. Ну, вот такая это вот. Милиция, да? Это да, как милиция. Спекулянтов, да? Да. Сейчас только просто заходим. Watching Vitaly at work, it seemed being a film director was not all that different from being a mob boss. And today, half the town wanted to be in his gang. Скажите, вы никак не можете понять, вы кто здесь актер, а кто не актер? Вы не актер или актер? Вы себя играете? Что вы реальные рабочие полицейские? Мы курсант. Бандиты у нас все бизнесмены. В общем. Бандиты все бизнесмены? Бизнесмены. Если с России вытащить криминал, то экономика России развалится просто. Ну вы ведь ваша работа вытащить из России криминал. Это так, она образная. А суть-то работы не в этом, правильно? Кто платит наверх большими погонами, весь криминал кончается где? В больших кабинетах, люди с большими погонами сидят. И они запрещают просто, допустим, притащить какой-то другой криминал, который приносит деньги. А то, если вот так все получается, где кто бандит, а кто не бандит? Это у Гонфилосова спросите, а не у нас. Мы еще малы, чтобы отвечать на такие вопросы. А вы актер или вы продавец по жизни? По жизни? А? Я их выращиваю. А у вас на работе, вот не обязательно в то время, вообще в 90-х и так далее, вам приставали бандиты или актеры? Ну почему? Пристают везде и всюду. Дань снимают за место, где торгуешь. Это быдло, которое не хочет работать, а хочет водку пить и гулять хорошо, прекрасно. А почему они такими становятся? На красивых Тойотах ездить. А почему они такие? Ну, я не знаю. Я вырос в деревне. Там такого нету? Меня научили работать. Здравствуйте.
On the set, we ran into Sergei and fellow assistant director Tolya, who turned out to be the only surviving member of Vitaly's first gang. Что было такого умного в Виталии, что вы это замечали? О, он огромный стратег. Он любое движение у человека просчитывает, продумывает. Ты сидел? 3 раза. Много лет сидел? Почти 15. А чем ты хочешь заниматься в жизни теперь? Хочется. Да ничем мне не хочется. Что ты хочешь делать? А? А что ж ты хочешь делать? Ну вот, Виталий Афимович, я как занимался, так и занимался. Чем? Да говори слово. Чем ты занимаешься? Хулиганю. По чуть-чуть. After the rehearsal, Vitaly took a few of us off to relax. Here was a real chance to confront him about his past. Do you have any regrets about becoming a bandit? Я не привык жалеть о прошлом. Я лучше буду думать о будущем. Отходил я от него, так скажем, ну, тяжело из-за своих друзей, которые хотели продолжать то, что мы делали раньше. Но я в конечном итоге я убедил их, надеюсь. Чего ты побежал? Ну-ка иди сюда. Сядь на место. Listening to him play the piano, it was tempting to believe that I was getting to the real Vitaly. Then I realized that he was still busy directing a scene, this time for my film. Vitaly was hell-bent on period accuracy. Back in the early days of perestroika, tie-dye jeans were a money spinner for ambitious small businessmen. Dima had responded to one of Vitaly's radio ads and offered to put his old skills and a secret tie-dyeing formula to use. Кто-то это воспринял, конечно, в штыки, там, ну как так, да вот он показал там такую грязь, там это. А как вы хотели? Вы живете в этом. Вы живете в этом мире, вы живете этим. Мы живем на сегодняшний день, этим же мы и живем. Мы просто люди-обыватели, мы многого не знаем. Мы живем в своих квартирках, халупках, мы закрылись дверями там железными, решетками, мы закрылись. Мы не хотим этого видеть, да, мы не хотим этого видеть, но оно есть. И Виталик вот именно вот Виталия показал, что да, оно есть, оно было, и оно будет. Крыша, есть крыша. Я работаю под крышей, ну и что? Но это время. Это все поставлено на поток, потому что все поделено. У нас изначально рыба гниет с головы, то есть коррумпированное правительство, соответственно, коррумпированные низы. Все. И пусть называют это как хотят. Крыша, мафия, тебе-то что? Тебя перестанут красть. Вот попробуй. Я не могу. На следующий год собираюсь баллотироваться в Думу.
У меня просто в свое время этот бизнес закончился. Как-то так сложилось в жизни, что... Как бы это объяснить-то даже? Ну, сложно все, потому что, в общем-то, все мои друзья были там, скажем, в той же, ну, в одной группировке там. У них там проблемы начинались, и вот, нужна помощь. Ну, а как я мог, допустим, оставить своих друзей там без помощи? Хотя я знаю, что, ну, мой автомат может помочь. Почему бы нет? Воевали. Ну, воевали, и ничего страшного. Кто-то выжил, кто-то не выжил. Из твоих друзей сколько погибло? Ну, по пальцам, если так посчитать. Считаю. Ну, человек, наверное, 10 точно полегло. И довольно-таки неплохие, в общем-то говоря, здравые ребята-то погибали. Даже убивая в первый раз когда-то, оно долго остается, врезается в память. А когда это уже начинается автоматизмом, то есть это идет как процесс, то тогда уже, да, забывается уже, что там кого-то там убили, ну это да. Но в основном, я думаю, у человека подсознательно откладывается в голове, что на нем висит груз смерти. Поэтому я думаю, что это все равно у человека остается. One hour with Dima had given me what 3 weeks with Vitaly had yet to deliver, an honest sense of what it meant to be a bandit. With Vitaly, it was as if life was a performance. A visit to the local cemetery took me back to reality. Евгений, да, работал в охране. Ну, работал на фирме. Произошел налет, и обоих парней, его и его напарника, застрелили. А много молодых людей, вот, вы знаете, гибнет? Да, много. Вот у нас на свадьбе очень много людей, парней было. Свадьба у нас была в 98-м году, человек 10 уже нету. Почему-то так много молодых людей гибнет. Ну, такой вот, наверное, криминальный город. И вообще. Привыкли? Нет, к этому нельзя привыкнуть. И к этому никогда не привыкнешь. И, как говорят, время лечит, но это неправда. Оно просто более успокаивается, но оно не лечит. Оно как старые раны. Просто она затягивается рано, но она болит, как на погоду, наверное. Я предан ему до самого конца. Но жизнь такая не дается просто так без платы. С реками крови уходят наши пацаны из банды. On the day of the big shoot, found out that Vitaly had a secret, something he hadn't told anyone in Usyrysk. He'd only raised enough money to shoot this one scene of his movie. But at least it was clean money. What if he couldn't raise any more? Spets was financed by the proceeds of Vitaly's crimes. To realize his cinematic vision, would he succumb to temptation once again? Они ведь могут не понять, и что тогда? Видеть каждый день смерть, пули забирая друзей. Видеть каждый день, как мир становится темней. Крестясь их взглядом, умоляя небеса,
что помогли прожить и уберечься от конца. Да, его козла. Ну делай красиво. Vitaly didn't work with the script. But the sequence he shot that morning cut together, just like he told me it would. As for the rest of the film, we may never find out. Ну чё, как бизнес? Ой, нормально. Ну чё, Ирчу, запутать вас хочу. Так, быстро, 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 все, залезь! Опа! With just a day before my departure, it was time to overcome my fear of Vitaly. I needed answers to questions that I had been too scared to ask. Many friends here? This my friend. Sleep. Sleep. Is this your friend? No. No. Это не мои друзья, это просто показывают здесь убитые бизнесмены, предприниматели. But you knew him. А вы лично знали его? Да. Yes. What was he shot for? За большие деньги. How many people were killed in those years after perestroika? Много. Так конкретно никто не считал. Вот депутат. How many people deserved it? Да, вообще-то все. This is my big friend, Эдуард. Мы с ним сидели вместе в одной колонии. И после того, как он освободился, я встретил его, и он работал со мной до тех пор, пока он не погиб. Я думаю, что это была спровоцированная автокатастрофа, поскольку он был хорошим водителем. This is my brother. Он был самым близким моим человеком, к тому же он был старше меня, я мог на него в чем-то положиться. Но потом его убили, пока я сидел в колонии. И когда я освободился, я остался один. You said before that you have no regrets. I mean, do you have regret that you brought him into the criminal world, and then he died? Жалел, когда это произошло, но, как я уже говорю, я не привык жалеть. So the thing I'm trying to understand from you is whether you have any remorse for what you've done in the past. Because I can't believe that everyone that you stole from in the past or that you hurt in the past deserved it. Эти люди не трудятся на заводе, не копают могилы за деньги, не разгружают вагоны на станциях. Они зарабатывают бизнесом, зарабатывают очень хорошо. И поэтому они не попадают под категорию тружеников, они попадают под категорию бизнесменов, которых мы заставляем вынужденно делиться с нами. Do you think it's wrong to kill? Естественно. Тем более ради денег. You say of course. In other words, do you feel that every time you've had to kill, that there was a good reason for it, that people deserved it?
Более чем хорошее, я защищал свою жизнь. But looking back on it, do you ever feel sorry for them? Do you feel sorry that you had to do it? Конечно, нет, потому что если бы я этого не сделал, я бы уже просто не смог ни о чем жалеть. Меня бы не было. Do you think that you're a good person? Считаешь себя хорошим, порядочным человеком? No, I know Robin Good. I'm not Robin Good. I bandit. Но бывший. Бывший. Vitaly had tried to control every frame we shot. He said he and Sergei might come to see how we were getting on in London. So I decided I'd better check with him about how to end my film. If you were making my film, how would it end? Vitaly, если вы бы делали фильм Трипол сделал, да? Вы как бы закончили этот фильм? Чем мы? Проходом вокруг меня камеры с видом на солнце. Я стою и думаю о том, что меня ждет впереди, глядя на море или на солнце. Нет страха, есть силы, без боли ждать могилы. Те, кто бьется вместе с ним, остаются все едины. Контроль всех ситуаций каждого бойца. Братья преданы ему до самого конца. Но жизнь такая не дается просто так без платы. С реками крови уходят наши пацаны из банды. Дальше не выбирали свой путь сами когда-то раньше. Обратной дороги нет, затоптаны следы. Все пути завязаны для такой судьбы. Не купи капли радости, надо переписать жизнь. Чисто по листа бумаги не упасть вниз. Пытаясь со всех сил уйти туда, где его поймут. Так как родные сердца никогда не подведут.